Здравствуйте, я Максим Заварин, сопредседатель профсоюза движения, водитель пассажирского автобуса в город Тюмени. В прошлый раз я обещал, что мы поговорим о том, как гражданка Полякова спелась с работодателем. И сделаем это для того, чтобы работники ПТП понимали, насколько важно разобраться в вопросах профсоюзных организаций, и в частности в структуризации парковской первички и возможностях членов данной организации при условии объединенных действий в целях перенаправления деятельности этой профорганизации в сторону интересов работников. Но для начала, считаю, должен пояснить, почему я заостряю внимание на парковской первичке и на Поляковой в частности. Первое. Данная первичная профсоюзная организация объединяет более половины сотрудников. И поэтому, согласно статье 30 ТК РФ, которая говорит о том, что первичные профсоюзные организации и их органы представляют интересы работников данного работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов. А в случаях и порядке, которые установлены настоящим кодексом, интересы всех работников данного работодателя, независимо от их членства в профсоюзах. То есть данная профсоюзная организация имеет ко мне отношение как к работнику ПТП. И, естественно, действие коллективного договора также распространяется и на меня. Второе. По моему субъективному мнению, Полякова олицетворяет собой всю верхушку данной первички, которая идет вразрез с истинными определениями, с истинным определением представителей работников, так как находится в сговоре с работодателем. И 28 января я зашел к председателю профбюро обособленного подразделения и обратился к ней в качестве работника ПТП. Добрый день. Добрый. Я могу как работник ПТП обратиться? Могу обратиться? Ну, Ваня. Ну, хочу рассказать кое-что. Счастье. Так, вот смотри. Вот это региональное соглашение, да? Которое руководство и ПСВ, и ПТП, правильно? Ну, наверное, не знаю. Это или нет. Ну ладно, оно же у тебя есть, правильно? Mm-hmm. Я просто, чтобы зачитать, как оно есть, не придумал это ничего. Ну, смотри. Пункт 3.1. Оплата труда. Да? Базовая минимальная тарифная ставка рабочих первого разряда в организациях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта. 1 января 2020 года. 8.312. Ладно, это отпускаем. 1 января 2021 года в размере минимальной заработной платы, сокращенной МЖП. Ну, это то же самое, что и МРОД. Приняты в Тюменской области в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате Тюмени в 2011-2015. То есть тут так прописано, правильно? Ну вот смотри. А мы записаны вот это региональное? У меня оригинал-то нет. В руководстве составим, это было для суда предоставлено. Это папа заставил его вот для суда. Я не понимаю, что я ничего не говорю. Я говорю, это папа предоставил его. Ну, соответствует вот это? У нас 21 года. Нет, у тебя же есть региональный, ты же можешь сверить, правильно? Официального у меня нет подписанного. Ну, вот, оно лежит у Ирины Анатольевны, потому что она у нас председатель. Ну, естественно. Ну, копия же есть. Ну, и так ты же ее должна знать, правильно? Или копия у тебя? А суть-то в чем? Суть в том, что смотри. Получается, о, вот он, под рукой прям. Прямо под рукой. Суть прежде. Нет, суть в чем ты вот от меня сейчас спросишь? Я тебе ничего не хочу. Я хочу тебе сообщить, что с 1 января 2021 года она должна быть. В размере минимальной заработной платы принято в Тюменской области. Как мы пишем? Как мы пишем? У нас 12 есть базовая ставка? Сейчас уже вообще другая, сейчас 1 апреля еще поднимается. Но суть в том, что с 1 января она должна быть в размере МРОД по... Ну они его, это они его, это проект. Вы же им руководствуете.
ну... Даже в суде юрист объяснял, что вот ОТПА руководствуется региональным соглашением. Но. Так я к чему? Потому что с 21 года мрот по Тюменской области с 1 января 12 771 рубль. Но. То есть получается... У нас мы пришли к этому. Нет, мы пришли, понимаешь, они... Да, они же получается его... ниже. И с апреля у нас опять поднимается. Но вообще с 1 февраля должны произвести индексацию. На 4,9%. Максим, бюджет планируется заранее. Меня интересует бюджет. Ну я понимаю. Меня интересует... Я не хочу тебе доказать. Ну просто, понимаешь, мы не можем... Зачем я тебе выше? Буду что-то доказывать? Я тебе говорю о том, что имеется нарушение. Имеется. По-прежнему. Имеется нарушение. Вот я тебе как... А мы не скрывали, что есть нарушение. Да, мы не, соответственно, но мы идем этапно, мы опаздываем на 3 месяца. Ну так это неправильно. Неправильно. Но. Ну вот вам карты в руки. Действуйте. Хорошо? Я это знаю. А, так ну а почему ничего не предпринимаете? Мы предпринимаем, мы добиваемся, мы идем. Мы согласовываем. Понимаешь, мы не войной пришел. Идем к руководителю. Мы что партнеры. Такое война? Мы договариваемся. Партнеры? Вот мы договорились с апреля месяца. Мы приходим. То есть равноправные партнеры, да? Равноправные партнеры, правильно? Ну, раз партнеры, значит, равноправные. Ну, тогда и прибыль надо пополам делить, если равноправные партнеры. Я это... Так, ну, о каком равноправии тогда идет речь? Ну, о каком тогда равноправии идет речь? Если имеется нарушение... О том, чтобы не перевести наше предприятие... Ты представитель работников? О чем? О том, чтобы не перевести наше предприятие в банкротство. А кто его ведет? Но если мы будем на перекор идти, на какой перекор? Мы банкротство приведем. Вот это все кто подписывает? Руководство ПТПА, правильно? Нет. Должно, нет, я имею в виду. Нет, это же. Я понимаю, что это вот предприятие. Это нет, я понимаю, что это подписано и профсоюзом, и профсоюзом работодателей, так скажем. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, кто это подписал. Здесь тоже есть, кстати. Да, что мы подписаны. Зря мы искали. Я к тому, что имеется нарушение. И вы, как представители работников, заинтересованы в устранении этого нарушения или нет? Заинтересованы. Ну а почему не решаете этого? Мы договорились с апреля месяца устранить. То есть сейчас работники недополучают, а с апреля месяца они опять будут недополучать. Вот смотри, какая штука получается. Получается, что с 1 января должна быть 12 871 рубль. Не меньше. Больше, пожалуйста, хоть 40 тысяч. Не меньше быть не может. Согласно вот этому документу. Правильно? Да, конечно. А почему не предупреждаешь, что ты меня записываешь? Я с тобой о личных вопросах. Я с тобой о личных вопросах не разговариваю. Тем более, предупредить ты должен. Нет. Где, покажи. Ну тогда я разговаривать больше не буду. Тогда послушай меня, я же могу разговаривать. Да. Вот смотри, с 1 января 21 года. Две минуты. С 1 января 2021 года базовая ставка должна быть 12 871 рубль. А с 1 февраля ее должны еще проиндексировать на 4,9%. И там получается, я не знаю, что это считать. 12 871 рубль надо прибавить 4,9%. Что же проиндексировать? В чем тут я-то вообще? Я тебе говорю о том, что ПТПА, а тебе, как представителю работников, говорю о том, что ПТПА есть нарушение. Вашим же подписанным, вашим профсоюзом, правильно, документ. То есть не соответствует. Да. По карту постоянно ПТПА. Пожалуйста. Ну, раз вы говорите, вы в курсе. Вы договорились о том, что на 3 месяца опаздывают. То есть вы сознательно, получается, работников на 3 месяца спускаете вниз по зарплате. Ну как, если ты мне сейчас только что сказала, мы договорились. Ну так есть же договоренности, бюджет-то планируется. У нас да меня не интересует общество. Бюджет. У нас акционерное. Меня не интересуют эти вопросы. Меня интересует трудовое законодательство. Вот, пожалуйста, действуйте. Согласно этому договору, у нас не порядок. Да как все в порядке? Вот, откройте. Вы же подписывали. И сами же его нарушаете.
Процитирую самые значимые моменты, которые она выразила. Сейчас уже вообще другая. Сейчас с 1 апреля еще поднимается. Как она поднимается? Сама по себе, что ли, поднимается? Или ее поднимают тогда, когда не надо, а целенаправленно держат на уровне ниже, чем должно быть? Следующая цитата. Но они его... Это не его... Это проект. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тут вообще без комментариев. Далее. Я ей говорю. Я тебе говорю о том, что имеется нарушение. Отвечает. Имеется. А мы и не скрывали, что есть нарушение, да? Но мы идем так, но мы опаздываем на 3 месяца. Вот это поворот! Я спрашиваю. Так это неправильно. Отвечает. Неправильно. Мы не войну идем к руководителю, мы договариваемся. Мы договорились с апреля месяца. Мы приходим и сравниваем это, чтобы не привести наше предприятие к банкротству. Если мы будем идти наперекор, то к банкротству приведем. Мы договорились с апреля месяца. Согласно договору, у нас все в порядке. Но главное, у них все в порядке. А как у работников, это уже, наверное, не их дело. Ну и каким выводом я могу прийти после услышанного? Если я правильно понимаю, то под местоимением «мы» Полякова имеет в виду здесь их профсоюз. А вернее, верхушку первички ПТПА. И сообщает в открытую о том, что есть нарушения. Они это знают, не скрывают и принимают в этом соответственное участие. И они договорились с работодателем, что это нарушение будет осуществляться еще в течение 3 месяца. И 3 месяца работники, соответственно, будут недополучать причитающуюся им зарплату. То есть вы договорились с работодателем, что 3 месяца базовая ставка будет занижена? Это похоже на сговор. На какой? Да на преступный. Почему? Ну ты же сама сказала, имеется нарушение. Нарушение чего? Нарушение трудового законодательства. А нарушение законодательства, как мы уже знаем, есть преступление. То, что недоплачивают работников, я расцениваю как то, что они вырывают кусок хлеба изо рта наших детей. Исходя из изречений гражданки Поляковой, они спасают предприятие от банкротства. Тем, что не идут наперекор. Наперекор. Не идут. Вы слышали? Это говорит человек, позиционирующий себя, как выступающий на стороне работника. Чушь собачья. Ну а к общим выводам вы придете сами. И да, действительно, с 1 апреля вступает в силу новое положение об оплате труда. Вот у меня, в частности, есть труда водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах. Ну, я думаю, и по другим должностям будет такое же изменение иметь место. Вот. И поднимают базовую ставку до МРОТ. По Тюмени 12 771 рубль в месяц. И из расчета среднемесячного баланса рабочего времени 164.33 новые тарифные ставки. Коэффициенты в этот раз не тронули. Вот. Соответственно, ставка поднимается и у простых автобусов, и у гармошек. Ну и электробус тоже тут присутствует. Вот. Как это высчитывается, я объяснять не буду, повторяться. Это есть в предыдущем ролике с разбором заработной платы. Кто смотрел, помнит. Кто не смотрел, посмотрите. Ну, а если забыли, тоже можно еще раз посмотреть. В этом, я думаю, надо разбираться всем. Это, в принципе, очень просто все считается. Вот. И... Естественно, получается, что и окладная часть, да, оплата по тарифу увеличивается и у простых, и у гармошек. Вот здесь я 2 колонки сделал отдельно. Здесь осталось все без изменений, как и было в предыдущем разборе. Вот. Порезали что? Порезали температурный режим. Его сначала с 19% снизили до 15%. И по простым автобусам, и по гармошкам. Теперь снизили еще до 14%. Скоро, я думаю, совсем уберут как платформу.
Вот. Ну и самое главное, снизилась премия. Да? Она снизилась с 43 до 34%. Но эти особенности рассматривать не будем. Это очень надолго. Потому что там начнется и затрагиваться вот эта таблица. Вот. Это будет очень большой разбор. Будем также принимать во внимание, что выполнены все рейсы регулярно. Вот. И в итоге по премии что получилось? Получилось, что если на сегодняшний день по этим параметрам премия 10 тысяч, то 215 рублей, то будет 8521 рубль. Вот. И у гармошек, соответственно, с 12, почти с 13 тысяч до 10,5. При условии, что параметры работы остались те же самые, как и были в предыдущий раз. Вот. Это, конечно, плюс. Почему? Потому что обязательные выплаты отобрать не могут, могут лишить только премии. Вот. И, соответственно, если с 50 тысяч лишали 10 тысяч, 20% оставалось 40, то теперь, грубо говоря, 8,5, то есть на 1500 меньше. Ну, тут чуть больше полутора получается, почти 2700 вот, разница, если исходить из этих параметров. Но можно сказать, было 20% от общей зарплаты премиальная часть, то теперь она получается 16%. Вот, что, конечно, является для нас плюсом. Вот. И в итоге получилось, что зарплата практически не изменилась и даже чуть-чуть подросла. Исходя из этих параметров, то есть, ну, буквально на 500 рублей, что по гармошкам, что по простым автобусам. Вот, в общем, благодаря тому, что, как обычно это все происходит, оклад увеличивают, а какие-то выплаты, причем не только премиальные, но и обязательные, да, такие как температурный режим, вот, и платформу совсем забрали в итоге. Раньше она, если вот мне не изменяет память, она была, по-моему, процентов 15, потом ее снизили до еще там сколько-то, в итоге вот дошли до 4%, и в итоге совсем ее и отобрали. Вот, а это, как ни крути, все равно какая-то денежка, даже если это и 4%. Вот. Но если бы она оставалась на прежнем уровне, 15%, это было бы ощутимо. Вот. Ну, по кондуктору, те, кто работает без кондуктора, да, у них по предыдущему изменению она изменилась на, добавили от 20, изменились с 20% на 30%, то есть она выросла. Вот. Ну, можно сказать, процентов на 40. Тут я считать не буду точно. Вот. В итоге ее с 30% скинули до 28%, и она чуть-чуть упала на 110 рублей, вот если по этим параметрам. То есть, если человек 160 часов отработал без кондуктора. Вот. По стажерам тоже посмотрите. Общий итог, что это все снизилось. Те, кто стажирует водителей, да, автобусов, у них за это доплата понизилась в итоге. Вот. И про интенсивность я в прошлый раз не добавил. Интенсивность убрали вообще. То есть там были такие маршруты, как, насколько вот я, какие помню, это единица, там, по-моему, 11, 48, 30, 25. Вот если мне не изменяет память. Но определенные маршруты была доплата за интенсивность. Вот, если человек 100 часов отработал на этих маршрутах, то вот посмотрите, какие доплаты получались. Да, а если все 160 часов он отработал, там, допустим, по 48-му, у него была вот такая доплата. Вот, соответственно, вот этих денег тоже те, кто работает на этих маршрутах, они лишились. Вот. Да, вот еще ошибку я нашел. Прошлый раз я это не учел. Я считал, что 10 смен по 10 часов, но стажировка может быть только 8 часов, не более 8 часов. Поэтому здесь должно быть 80. Но тут не суть важна, суть в том, что все равно эта доплата понизилась.
Вот. Ну и итог какой? Зарплата практически не изменилась. Да, минус то, что снизили еще температурный режим. Да, и плюс то, что снизили премию за рейсы. Да, и вот она получилась меньше на, грубо говоря, на 4%. Вот какие нас изменения ожидают с 1 апреля. Но это должно было произойти с 1 января. Да, и если бы по этим графам ничего бы не изменилось, то, я думаю, разница в зарплате по итогу была бы ощутимая. Порядка, так я прикидываю, процентов 15. То это бы перекрыло и уровень реальной инфляции. Вот, кстати, да, о инфляции. С 1 февраля вообще по закону работодатели обязаны провести индексацию. То есть мало того, что была должна быть приведена с 1 января базовая ставка в соответствии, да, с региональным отраслевым соглашением, которым они руководствуются, и должна быть 12 871 рубль, то после индексации 1 февраля она на 4,9%, это уровень заявленной инфляции, она должна была быть уже 13,5 тысяч там, с копейками. Вот. И, соответственно, опять-таки, если бы это все осталось на прежнем уровне, на уровне 2020 года, и платформа, и температурный режим, вот, и премия, то это было бы очень для нас хорошо. Но такого не бывает никогда. Вообще вот за 6 лет работы вот такое изменение, что реальное выражение, да, реальная цифра зарплаты увеличилась на порядка 10%. Тут у гармошек даже чуть побольше. Вот, обычно ничего не меняется. То есть в цифре практически все остается то же самое. Обращаюсь ко всем рабочим и трудящимся, и в частности ко всем работникам потопать умение. Призываю заниматься самообразованием. И чем больше из нас тех, кто будет это делать, тем меньше будет у них возможности нас, мягко говоря, дурить, а также совершать в отношении нас противоправные действия. И давайте объединяться и организовываться, чтобы самим решать вопросы, как и с помощью профсоюз движения, так и в первичке ПТПА. Но там необходимо провести определенные изменения, которые позволяют сделать устав профсоюза членом этой самой первички. И делать это придется нам самим. И другого пути нет. Ну и помните, что работодатель ничего не боится так сильно, как организованных, сплоченных, решительных работников. Спасибо. И вся наша жизнь есть борьба.